Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут HTC Desire A17 может быть представлен вместе с топовым HTC Bolt. Вот такая вот у нас интересненькая новость. 11 ноября в Америке может быть представлен новый смартфон HTC Bolt, один из самых мощных устройств компании. Одновременно с этим на рынке дебютирует смартфон под кодовым названием HTC Desire A17, о котором заявил известный разработчик прошивок Laptopheer в своем Twitter-аккаунте. По его словам, HTC Desire A17 будет работать на Android 6.0.1. с предустановленной оболочкой Sense 8. К сожалению, о смартфоне больше ничего не сообщается, но есть предположение, что речь идет о бюджетном аппарате из линейки Desire 5. И тому есть логическое объяснение. В начале этого года HTC представила бюджетный HTC Desire 530 под кодовым названием HTC A16. Он получил 5-дюймовый экран с разрешением HD, 4-ядерный процессор Snapdragon 210 с тактовой частотой 1,1 ГГц, графический ускоритель Adreno 304, 1,5 ГБ ОЗУ, 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеру, а также батарею на 2200 мАч. Смартфон дебютировал в продаже по цене $160, поэтому велика вероятность, что HTC Desire A17 станет бюджетной моделью для контраста с топовым HTC Bolt. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.